Всероссийская акция «Письмо для мамы» проходит в Челябинске второй год подряд и приурочена ко Дню матери. Напомним, что сам праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает на 24 число. Как отмечают организаторы, акция набирает обороты. В прошлом году в ней приняли участие учебные заведения 12 регионов нашей страны. В этом году число увеличилось вдвое, их 25. Могут подписать вот такие красочные, замечательные открытки, написать своим мамам, как они их любят, как они скучают по своим мамам. А Почта России бесплатно доставит эти открытки адресатам. Мы знаем, что в Челябинске учатся очень много студентов из разных районов Челябинской области, из других регионов и даже стран. Поэтому Почта России с удовольствием поддерживает такую акцию. И думаю, что всем адресатам без исключения будет приятно получить по почте вот такой знак внимания. Автор идеи – Юрий Николаев. Мужчина родился в Томске, но образование решил получать в Москве. Из-за большого расстояния виделся с родными он редко. Юрий очень скучал по маме и решил таким необычным способом поздравить ее с праздником. Так и родилась акция. Мы проходили мимо и заметили яркие шарики, вообще какой-то праздник, решили поинтересоваться, нам предложили написать открытку. Ну, как бы, кто не хочет сделать приятное маме, и поэтому, конечно же, захотелось написать приятные слова, чтобы она неожиданно получила эту открытку и обрадовалась. Вспомнила, тем более у меня мама из другого, ну, я сама из другого города, и мама сейчас в другом городе, и, скорее всего, на праздник меня там не будет, и будет вот такая весточка от меня все равно ей, я думаю, будет приятно, надеюсь на это. Конечно же, я написала слова любви о том, что у меня лучшая мама, каждый ребенок считает, что она лучшая. Сказала спасибо за все, что она сделала для меня. Елена Потарока работает в нашем университете. Она рассказала, что об акции узнала еще неделю назад и сразу же решила, что воспользуется такой возможностью и устроит сюрприз своей маме. Как отмечает Елена, в письме она призналась в любви близкому человеку, ведь это самое главное. Я сразу подумала о том, что я хотела отправить открытку моей маме и бабушке. Я на самом деле их очень сильно люблю. И это те люди, которые помогают мне в моей жизни, просто поддерживают меня. Я хотела таким образом оказать им знак внимания. Отметим, что в прошлом году в акции принимало участие всего одно учебное заведение Челябинска. В этом уже три, в том числе и Южноуральский госуниверситет.